На сцену вызывается участник под номером 4. На сцену вызывается участник под номером 5. На сцену вызывается участник номер 6. Thank you.
На сцену вызывается участник номер 7. Участник номер 8 выбыл из соревнований, поэтому вызывается на соревнование участник номер 9. Игорь же ему сказал, что тебе тоже сказал. Он забыл манок, так что все. Вот 9-го а 9-го тоже нет? Нет, вот он снял же манок. Забыл. А, снялся? 9 выбыл. Прошу прощения, 8-й участник соревнований вызывается. 9-й себя снял. Отсутствует? Так, господа судьи, техническая какая-то накладка произошла. 9-й себя снял, 8-го мы не нашли. Если он был на самом деле, соответственно, по регламенту соревнования, он автоматически выбывает из дальнейшей борьбы. Господа судьи, главный судья, просьба подвести итоги второго тура. Пока опять у нас рекламная пауза, порядка 10-15 минут на подведение итогов. Напоминаю, после подведения итогов первого тура в номинации «Гряковая утка» и «Белолобый гусь» состоится повторная жеребьевка участников для выступления во втором туре. Thank you.
ты меня видишь? Нет. Тебя не вижу. А вот так. Класс. Ань, подними на сцену. Нет. Сейчас тебе покажу. Внимание участников, наверное, информация больше вам интересна. Сейчас огласят список первого круга, номинация «Белолобый гусь». Пожалуйста, 10 секунд дайте огласить список. И оценка за сложность точно так же, значит, 5 баллов. Соответственно, максимальное количество баллов, которые мог бы набрать участник, если вы перемножите, это 165 баллов. Теперь результаты выступлений. Первый участник набрал 121 балл, второй участник набрал 111 баллов. Третий и четвертый участники набрали по 117 баллов. Пятый участник набрал 96 баллов. Шестой участник набрал 120 баллов. И седьмой участник набрал 129 баллов. Да, ребята, подходит тогда на жеребьевку на второй порядок. Александр Геннадьевич, спасибо огромное. Жеребьевочка второго круга участников. Прошу подойти. И утка, и гусь также пишем. Утка первая, второй гусь. И выступаем также. Первая категория, первая номинация утка, и вторая будет гусь. Второй круг.
Проходим жеребьевочку по второму кругу. Спасибо. Господа участники соревнований, просьба подойти к судейскому столику для жеребьевочки в номинации «Белолобый гусь». Thank you.
папа. Я Гоголь, папа.